Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Гонзик ТВ. Сегодня я хочу вам рассказать про новую лимитку, которая вышла в плейсе My Hello Kitty Cafe. Это вот такое очаровательное зеленое платье Керопи. Тираж этой лимитки 30 тысяч копий. У меня, как и у вас, скорее всего, возник вопрос, что же за первые два пункта, которые мы должны выполнить. Мы такого еще ни разу не делали, и я, честно говоря, немножко растерялась. По заданию нам нужно объединить несколько милых питомцев класса А. И это нужно сделать 3 раза. И во втором задании нам нужно объединить 5 питомцев класса Б, питомцев Керопи. Честно говоря, я немножко не поняла, что это, но здесь, ребята, вместе с обновлением был добавлен новый аппарат. Находится он рядом с машинкой, где мы получаем наш обслуживающий персонал. Вот она, эта машинка. Смотрите, заходим и давайте посмотрим. Здесь сразу отображается, какие питомцы могут нам выпасть. Эти питомцы будут следовать вслед за вами и давать различные бонусы. Так, давайте посмотрим. Одно открытие стоит 10 тысяч монет. 5 открытий стоит 50 тысяч монет и 20 открытий стоит 200 тысяч монет. Также здесь есть автоматическое открытие. Цветами обозначены шансы выпадения тех или иных питомцев. И вот они сами питомцы, которые могут нам выпасть в этом автомате. Эти питомцы разделяются на 3 категории А, Б и С. Но давайте попробуем поставить на автооткрытие и открыть несколько питомцев. Я буду открывать по 20 питомцев. И смотрим, тут сразу как бы выполняется индекс, пишет, какие питомцы новые, а какие уже у меня выпадали. Потратим все мои деньги, я думаю, что нам нужно будет очень много питомцев. Так, ладно, пока остановим. О, смотрите, эти питомцы летают за мной. Прикольно, красивые такие. И теперь заходим вот сюда в меню, снизу, видите, отображается менюшка и красный кружочек. Это значит, что там у меня появились новые питомцы. Вот они, смотрите, здесь, наверное, более понятно. Новые питомцы, 43 вот таких питомца. И вот здесь их можно фьюзить, смотрите. Ну, давайте попробуем сфьюзить вот этого питомца. Буква C вверху обозначает категорию питомца. По идее, мне должны выпасть категория А и категория Б. Из обычной категории C во время фьюза, объединения, мы получаем категорию B. То есть из одного, из 16 питомцев категории C мы получим одного категории B. Так, ну давайте попробуем сделать больше. Ага, мне не хватает, да? Только 2 могу сделать. Окей, мы сделали 2 питомца категории B. Заглянем в квест. Здесь пока ничего не засчиталось. Давайте будем фьюзить остальных, какие остались. Также максимально буду выбирать. Окей, здесь я смогу сделать 3. Так, и мне помимо этого еще нужна Керопи, чтобы из нее сделать тоже категорию B. Ага, мне она выпала только одна, а надо 8 штук. То есть мне нужно 40 питомцев, чтобы я смогла выполнить квест и сделать 5 питомцев категории B, Керопи. Понимаете, ребята, да? То есть надо очень-очень много денег, чтобы все это открыть. Ну ладно, я пойду открывать, поставлю на автооткрытие и потрачу все свои деньги. Все, ребята, у меня закончились монетки, потратила 9 миллионов, и давайте посмотрим. У меня 7 штук Керопи только выпало, даже не хватает на создание одной, а нужно 40 штук, чтобы создать 5 штук для выполнения квеста. Это вообще нереально сложно получается. И давайте посмотрим обычных питомцев, если мы сможем создать. Да, по 16 штук. Окей. Сделали вот такую клубничку, это у нас категория B. И теперь 18 питомцев категории B, чтобы сделать одного питомца категории A. То есть надо еще больше открывать, чтобы было еще больше питомцев, чтобы мы смогли выполнить вот этот квест. Это как бы несколько ступеней. Сначала мы создаем категорию B, а потом из категории B создаем категорию A. Ну,
ребята, что я скажу, надо будет копить, то есть 9 миллионов я потратила, и мне еще не хватает. Теперь мне надо вернуться в мой ресторан, чтобы заработать еще несколько миллионов, я думаю, еще 9 миллионов надо заработать, 10, чтобы открыть еще очень-очень много питомцев и потом сфьюзить из них необходимое количество питомцев. Следующий, третий пункт. Нам нужно иметь оформление ресторана Керопи. Давайте сходим, посмотрим. Так, нам нужно Керопи. У меня этой темы нету. Да, я не покупала, поэтому смотрим в магазине. Вот она, эта тема, она стоит 2500 гемов. Когда вы ее купите, то вам засчитается третий пункт квеста. И также, ребята, давайте посмотрим еще один пункт. Нам нужно во время этого ивента собрать 30 гача-тиксов. Ну, я уже каждый раз вам рассказываю, как их собирать, да? Вы можете выполнять ежедневные квесты, зарабатывать и гемы, и гача-тиксы. Все это получается здесь. Также за время, проведенное в игре, вы тоже получаете и гемы, и гача-тиксы. Поэтому чем больше вы здесь находитесь, тем больше вы получаете. Ну и также при открытии розовых сундуков вам тоже могут попадаться гача-тиксы. Помимо этого, здесь есть мини-игры, играя в которые вы зарабатываете игровую валюту. И потом вот здесь в автоматах вы можете покупать и гача-тиксы, и розовые гемы. Вот, допустим, за волшебные конфетки вы можете покупать розовые гемы и гача-тиксы. То есть вот все здесь есть. Ну, в принципе, ребята, я надеюсь, что вы поняли, что самое основное, что нам нужно делать, это накапливать очень много монет, чтобы потом открывать питомцев. Как фьюзить питомцев, я думаю, вы поняли. Заходим вот в это меню, нажимаем на питомцев и потом нажимаем фьюз. И дальше там по необходимому количеству создаем питомцев другой категории, другого уровня. Ну, вот такое вот интересное обновление добавили в My Hello Kitty Cafe. А теперь нам придется тратить очень много монет, которые мы зарабатываем, на то, чтобы выбить необходимых питомцев. Ну, по-моему, это хорошее обновление, хоть что-то новенькое добавили для разнообразия. Ну и плюс у нас такие вот питомчики будут вместе с нами путешествовать по миру My Hello Kitty Cafe. На этом, пожалуй, все, что я хотела вам рассказать. Если видео было для вас полезным, обязательно поставьте лайк под этим видео, чтобы его поддержать. Ну а также подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Если у вас остались вопросы, как получить это платье, пишите мне в комментариях, я всегда на них отвечаю. Ну а на сегодня все. Всем удачи, пока-пока!